Добрый день, представляю вашему вниманию микс H&M Q3 Stock Defect. Подробная информация в ссылке под описанием. Здесь вещи все с дефектами, то есть есть или какие-то дырки, или пятна. Все, что увижу, я вам покажу. Смотрим здесь, вот начнем с джинс. Евро 38, они вельветовые, имеются загрязнения. Здесь вот тоже такие вот загрязнения, как въевшиеся. Эсочка, рубашка вельветовая имеется. Вот здесь вот дырочка. Бершка, эска, джемпер. Вот здесь вот дефект в виде дырочки. Джинсы. Размерчик евро 36. Ой, точнее джинсовая юбочка евро 36. Здесь она порвана по шву, то есть ее легко, в принципе, зашить, и будет в идеальном состоянии. Эмочка, танковка вот такая вот. Так. Что-то я не вижу пока дефектов. Здесь вроде бы все. Все хорошо. Евро 34 платье такое вот. Тут сейчас посмотрим. Тоже вроде бы дефектов нет. Джемпер, имеется загрязнение эсочка, и имеются еще катышки. Так, здесь у нас джинсы, размерчик 140-я ростовочка. Здесь вот загрязнение. Сзади тоже имеются загрязнения. Толстовка с капюшоном, эска с начесом. Здесь вот имеются загрязнения. Так. 158-164 танковочка. Здесь вот дырочка у нас. Такая вот с люрексом. Джинсы. Размерчик 31. Такие здесь вот тоже, видимо, дырочка совсем разорвалась. Была поменьше. И вот здесь вот тоже имеется дырка. Так, дальше. Жакет Элечка. Такой вот теплый. Вот здесь вот у нас дырочка. Танковка. 110-116. Так, вроде бы ничего такого не вижу. Брючки 128, вельветовые, тоже вроде бы все хорошо. XS вот такой вот джемперочек. Платье на тоненьких бретельчиках Элька. Так, брючки XS вязаные. Здесь у нас нет здесь ничего. Так, XS вот такая вот футболочка имеется. Здесь вот затяжечка. Брючки 36 размерчик. Здесь вот имеются загрязнения внутри. А вот и здесь вот получается тоже загрязнение. Платье евро 38 штапельный материал. Так, идет с подкладом. Сейчас посмотрим. Где у нас тут что? Вот здесь вот у нас зацепка такая вот, как дырочка уже скоро будет. XS джемпер. Здесь вот у нас затяжка. Брючки H&M. Так, евро 128. Здесь вот у нас прочертые дырочки. Платье вязаное. Здесь вот у нас дырочка. Размерчик M. Эмочка пола, имеются загрязнения. Брючки эска. Такие вот. Эсочка кардиган весь в загрязнениях. Вообще прям весь. Здесь вот все видно. Все в загрязнениях. Сзади тоже брючки 122. Так. Здесь вот вроде нет никаких загрязнений. Футболочка XS. Тоже вроде бы ничего нет. Так, здесь евро 40 джинсы такие вот. Тоже не вижу никаких изъянов. Так, XL футболочка, леггинсы на 2-3 года. Здесь вот полопалась искусственная кожа. Джемпер эмочка, имеются катышки. Брючки Элька с начесом. Здесь тоже катышки, загрязнения.
катышках. Тонковка, размерчик 122, листовочка. Тоже вроде бы все в порядке. Здесь у нас XL, такие вот джинсы. Честно, не вижу никаких дефектов. Может быть, я просто не вижу. 134-140 толстовочка. Здесь вот у нас дырочка, внутри начес с капюшоном. Блуза М-ка, штапельный материал. Здесь вот у нас имеется дырочка. Так, леггинсы М-ка. И вот здесь вот у нас дырочка сзади. Комбинезон. 56-я ростовочка, внутри плюш. Здесь можно ручки закрыть, вот дырочка вижу. Ножки тоже закрываются. Здесь вот тоже дырочки имеются. Так, XS кардиганчик. Толстовка с капюшоном XL. Здесь вот имеется загрязнение. Внутри начес, тоже вот загрязнение. Джинсы 40-го размерчика. Ну, вот здесь вот загрязнение. Джемпер S-ка. Такой вот. Здесь вот у нас дырочка распустилась, есть. Так, 122-128 вот такое вот платье. Сзади. Сзади дырочка. Брючки вязаные S-ка. По поясу разошлись. То есть, в принципе, их легко, бесследно устранить. XL такая вот блуза, здесь вот дырочка с поясом. XL джемпер, здесь вот дырочка 40-го размера, ветровочка, здесь вот есть загрязнение. Джинсы, пуговки нет, точнее клепочки, 98-я ростовка, и имеется загрязнение. Платье вязаное эсочка, имеются катышки. Так, шорты XS, внутри начес, тоже имеются катышки. Здесь вот загрязнения небольшие, тоже катышки сзади. Боди 68-я ростовочка, здесь вот дырочки. Джемпер XS на пуговках. Так, не вижу никаких дефектов. Так, толстовка S-ка на замочке. Внутри начес с капюшоном. Тоже дефектов никаких не вижу. Так, здесь у нас 110 ростовочка. Толстовка имеется, дырочка. Джинсы Евро 34. Имеются загрязнения небольшие. Так, элечка, джемпер на пуговичках. Тоже дефектов пока никаких не вижу. Тонковка 146-152. Имеется здесь вот дырочка. Шорты имеются загрязнения, даже как вот выцелившие, что ли. А, размерчик у них не указан. Я думаю, что это S-очка. Так, S-ка джемпер на пуговичках. И дальше джинсы. 38-й размерчик. Здесь вот по кармашку разошлось. М-очка джемпер. Здесь вот дырочка с коротким рукавчиком. Так, брючки S-очка. Внутри начес. Здесь вот катышки имеются. Дальше, эмочка, такой вот бомпер, внутри начес. Сейчас посмотрим, где здесь у нас. Так, вот здесь вот имеется у нас дырочка. Здесь все хорошо. Так, дальше. Вот такая вот толстовка. Внутри начес, размерчик 2XL. Имеются катышки с капюшончиком. Да, вот катышки. Имеется элечка, такая вот рубашка. Здесь у нас загрязнение очень сильное такое. Размерчик L, короткий рукавчик. Элечка джемпер, здесь вот распустилась ниточка, то есть здесь вот дырочка у нас появилась. Так, размерчик элечка, да, я уже говорила. Дальше толстовочка 134-140, имеется загрязнение, внутри начес. Боди загрязнение, размерчик 62,
Здесь у нас брючки 74 листовочка. Здесь брючки 98 листовочка. Тут я тут тоже не вижу никаких. Колготочки 62-68. Ну, имеются небольшие катышки. Здесь у нас элечка по рубашке. Здесь вот такие вот пятна. То ли выцвевшие, то ли краска, то ли что. Леггинсы спортивный трикотаж. Размерчик XS. Такие вот имеются дырочка. Так, эска футболочка. Имеются пятна. Может, это такой окрас. Элечка, рубашка, здесь вот у нас дефект в виде дырочки. Шорты эска, тоже вот здесь вот какие-то такие, как вот, не знаю, стянутость, что ли, какая-то. Эсочка, шорты. Здесь у нас с капюшоном толстовка. Размерчик 110-116. Сейчас посмотрим. Так, леггинсы для будущих мам. Элечка имеется, дефект в виде дырки. Дырочки. Так, дальше 122-128 платье. Так, ну, имеются небольшие такие поверхностные загрязнения. Здесь у нас 134-140. Здесь вот затяжка. Джемперочек. Джинсы евро 38. Так. Что-то дефектов я не вижу. Так, дальше 104 толстовка, здесь вот рисуночек отходит, внутри начес, элька рубашка, тоже вот здесь вот такие вот пятна, 104 леггинсы, брючки, толстовка с капюшоном XL, внутри начес, имеются катышки, много катышек, поло. Поло 2XL, вот здесь вот имеется загрязнение. Так, леггинсы S-очка, рубчик. Может быть, я что-то не вижу. Но вроде бы все хорошо. Так, джемпер с высоким горлышком L-очка имеются, катышки. Здесь вот загрязнение. L-ка. Имеется загрязнение пола. Сзади тоже. 134-140. Здесь вот дырочка, здесь дырочка. И вот здесь вот дырочка, футболка. Леггинсы, эмочка. Имеется загрязнение. XL джемпер. Так. XS брючки внутри начес. Так. 98-104 брючки. Леггинсы М-ка. 98-104 танковочка. Здесь вот дырочка. Так. XS. Здесь вот дырочка, джемпер. 104 футболка. Имеются небольшие загрязнения. Элечка, толстовка, загрязнение внутри начес. Джемпер. Джемпер, размерчик, я думаю, LXL. Даже это платье у нас такое вязаное. Сзади дырочка. Так, брючки с начесом. 122 ростовочка. Имеются катышки. Танковочка 122. Здесь у нас джемпер, дырочка, размерчик М, укороченный. XL, брючки вязаные, имеются загрязнения. Да, по всем брючкам загрязнения. Здесь у нас джинсы, размерчик. Так. Размерчик не указан, я думаю, что, наверное, на 12-13 лет. И я не вижу никаких дефектов. Толстовочка с капюшоном. Внутри начес 158-164. Катышки имеются. Эмочка. Платье вот такое вот. На запах.
86 танковочка имеется, загрязнения небольшие, 140 джинсовочка. Так. Здесь вот у нас есть дырочка. XS джемпер. Брючки вельветовые 104. Имеются загрязнения. Жилет вязаный, горловины на замочке. Так, размерчик XS. Имеются катышки. Здесь у нас леггинсы со штрипками S-очка. Имеется дырочка в рубчик. Кардиганчик XS. Имеются загрязнения. Такие прям приличные. Так, здесь у нас пиджак S-очка. Имеются загрязнения. Комбинезон 74, ножки открыты, дырочка. Брючки вязаные, элечка. Здесь вот на резиночке разошелся шовчик. Это все быстро можно подправить. 44 размера платье. Здесь вот сзади есть дырочка около замочка. Так, эсочка, футболка. Но я так думаю, что это, наверное, загрязнения. Такие вот. Спортивный трикотаж, футболка на 4-6 лет. Леггинсы в рубчик. Размерчик М. Имеются загрязнения. Так. Элечка, джемпер на пуговках. Здесь вроде нет ничего. Здесь у нас 104 толстовочка. Эмочка, толстовка. Внутри начес. Имеются вот такие вот загрязнения. Какие-то въевшиеся, я вот честно не знаю даже, что это. Так, здесь у нас леггинсы. Размерчик 122, наверное, может даже 100, побольше. Не указан просто. Так, XL брючки вязаные. Шовчик около резиночки распоролся. Все быстро делается. S-очка джемпер. Не вижу ничего. Так, S-ка. Футболка, загрязнение, джемпер с высоким горлышком, эсочка. Так, здесь вот по шву разошелся рукав. Брючки, размерчик 122, имеются загрязнения, такие какие-то, как выцветшие, что ли. Дальше. Это еще не все. Вот такая вот толстовочка. Выглядит вообще почти в идеальном состоянии, но вот здесь вот у нас имеются дырочки. Ростовка 146-152. Внутри петелька. Эмочка, футболка. Имеются загрязнения. Джемперочек 80, ростовочка. Леггинсы 98, брючки. Тоже имеются загрязнения небольшие. XS футболочка имеется. Вот такие вот маленькие пятнышки. Сейчас посмотрим. Здесь вот может обычно. Нет, ничего нет под наклеечкой. Так, дальше. XS вот такая вот, как платье, наверное, да, скорее всего. Тоже не вижу никаких дефектов. Ну, может, я просто не вижу. Футболочка, наверное, на 13-14 лет. Дальше. 110-116 платье. Здесь вот есть дырочка небольшая. 86 комбинезон, дырочка. Ножки открыты. Боди. Размерчик на 4-6 месяцев. На 14 с плюсом вот такие вот брючки. Дырочка. И вот здесь дырочка еще. И вот здесь вот. 122-128, такая вот танковочка. Вроде бы ничего не вижу. Элечка джемпер. Здесь вот разошлось по шву окантовочка. 158-164 танковка имеется, загрязнение небольшое. Маечка. Так, на 10-12 лет. Такая вот как топ. Здесь вот у нас дырочка, здесь вот небольшая. Эмочка, джемпер, он весь в загрязнениях. Прям очень загрязненный.
Так, 134-140 танковочка. Джемпер 74, здесь вот дырочка на рукаве. Брючки. Брючки размерчик неизвестен. Я думаю, 128-134, наверное. Здесь вот имеются маленькие такие дырочки. Эсочка. Джемпер на пуговках. Так, здесь у нас брючки. 104. Здесь вот кожзам лопнул. Эсочка, джемпер. Здесь вот дырочка сзади. Пальто. Размерчик, наверное, на 5-6 лет. Искусственный мех. Здесь вот отстегивается. Никаких дефектов я не увидела. Здесь вот такая шубка, искусственный мех. Эсочка на замочке. Тоже дефектов я не вижу. Куртка. 164 ростовка. Вполне себе, очень даже хорошая. Здесь у нас жилет. 3XL, такой вот он удлиненный, тоже не вижу здесь дефектов. Дальше, это еще не все, имеются вот такие вот носочки разного размерчика, здесь вот вязаные вообще, такой вот пояс атласный, колготочки, здесь вот женские плотные колготки. Размерчик у них, размерчик не указан у них, но я думаю, что это, скорее всего, эмочка, может, даже элечка. Вот такие вот колготочки на 2,4 и 98-104. Ну, есть небольшие катышки на них, вот такие вот капроновые, наверное, даже не капроновые, 70, может, 100 ден. Тоже вот здесь вот не написано ростовочка. Я думаю, SM, наверное. Здесь вот тоже колготочки. S-очка, я думаю. Капроновые колготочки. С катышечками, я думаю, S-очка. Вот такие вот шапочки. Шапочки. Неплохие. Искусственная бумбушка, искусственный мех. Здесь у нас имеется дырочка, вот такая вот повязочка. Дальше. Такой вот купальный верх. Размерчик у него 44. С чашечками. Имеются загрязнения небольшие. Так, здесь у нас тоже с чашечками. Здесь, я так думаю, дырочка под этим. 38 размерчик. Сейчас посмотрим. Да, вот здесь вот уже протертое что-то такое. Так, дальше. Такой вот бюстгальтер, эмочка. Без чашечек. Так. Вот такой вот бюстгальтер с пушапом. Размерчик у него. Так, сейчас посмотрим. Здесь у нас ничего нет под этим. Размерчик не указан, я думаю, наверное, 75D или 80D. Так, вот 75B бюстгальтер. Здесь вот порвана сеточка немного. Трусики. Здесь вот у нас стринги XL. Так, здесь у нас XL, тоже вот такие вот стринги. Эсочка, такие вот трусики имеются, загрязнения. Эсочка, XS даже. Здесь у нас элечка, спортивный трикотаж, завышенная талия. Так, здесь у нас боксеры 3XL, мужские. Дальше, такой вот купальник, сплошной размерчик, евро 46, без чашечек и косточек. Вот сзади спинка открыта. Такой вот купальник сплошной с чашечками. Размерчик у него евро 40.
бретели регулируются, спинка открыта. Дальше у нас полотенчики махровые пойдут. Здесь, вот видите, немного как-то начало отходить. Так, вот такое вот, я думаю, да, полотенце, оно большое, пляжное. Такое прям прикольное. И вот такие вот две подушечки тоже имеются. Загрязнения небольшие на них, но это все такое как бы поверхностное, легко удаляется. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.